Также День государственного флага России отметила Еленское объединенное речное пароходство. На пассажирском теплоходе «Демьян Бедный» торжественно был поднят государственный флаг России. По традиции, записанный уставом речного флота, флаг поднимают каждый день в 8 утра и спускают с заходом солнца или в 20:00. Однако сегодня в честь праздника мероприятие прошло в торжественной обстановке. «Демьян Бедный» отличается тем, что это пассажирский круизный теплоход. У него большая палуба сзади, где можно собраться не только экипажу, но и гостям приглашенным. Поэтому мы выбрали «Демьян Бедный». Но это не значит, что где-то не торжественно. У нас в этот день торжественно на всех судах, которые относятся к Ленскому объединенному речному пароходству, прошло торжественное поднятие флага с гимном, с построением, со всеми вытекающими поздравлениями капитана перед экипажем.